Уважаемые коллеги, заседание диссертационного совета Т-212-203-28 от 14 июня 2019 года, протокол номер 13. Утвержденный состав совета 21 человек, присутствует 16, в том числе 7 докторов по профилю рассматриваемой диссертации. Таким образом, кворум есть. Разрешите открыть заседание. На повестке дня защита диссертации Бегишева Вячеслава Олеговича на тему «Вероятностные модели». Резервирование ресурсов и анализа показателей эффективности беспроводных сетей с трафиком взаимодействия устройств. Диссертация представлена на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-17 «Теоретические основы информатики». Научный руководитель, доктор технических наук, заведующий кафедрой прикладной информатики и теории вероятности РУДН Самойлов Константин Евгеньевич. Нет ли возражений по повестке дня? Если нет, то приступаем к рассмотрению диссертации. Работа выполнена на кафедре прикладной информатики и теории вероятности РУДН. Официальные оппоненты – доктор физико-математических наук Моисеева Светлана Петровна и кандидат технических наук Степанов Михаил Сергеевич. Ведущие организации – Федеральное государственное учреждение, Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук. Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, предоставляется ученому секретарю совета Васильеву Сергею Анатольевичу. Соискатель Бегишев Вячеслав Олегович, 1988 года рождения, гражданин Российской Федерации. В 2014 году с отличием окончил бакалавриат РУДН и, соответственно, впоследствии обучался на магистратуре. И с 2016 года по настоящее время является аспирантом кафедры прикладной информатики и теории вероятности факультета физико-математических и естественных наук. Бегишев Вячеслав Олегович освоил программу подготовки научно-педагогических кадров, сдал кандидатские экзамены полностью освоил программу обучения в аспирантуре. И в настоящее время работает ассистентом по кафедре прикладной информатики и теории вероятности. Диссертация выполнена на кафедре прикладной информатики и теории вероятности факультета физико-математических и естественных наук РУДН. Научный руководитель Самойлов Константин Евгеньевич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной информатики и теории вероятности РУДН. Все документы, поданные в совет, полностью соответствуют положению о присуждении ученых стипендий кандидатов физико-математических наук. Замечания к документам. Спасибо. Имеются ли вопросы в связи с оглашением? Если нет, то слово предоставляется соискателю для доклада до 20 минут. Всем здравствуйте, уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета. Предлагаю вашему вниманию доклад по диссертации вероятностной модели резервирования ресурсов и анализ показателей эффективности беспроводных сетей с трафиком взаимодействия устройств. Работа выполнена на кафедре прикладной информатики и теории вероятностей под руководством профессора Самойлова Константина Евгеньевича. Целью работы является построение вероятностных моделей резервирования ресурсов и анализ показателей эффективности в беспроводных сетях с трафиком взаимодействия устройств. Для достижения цели в работе решены три задачи, соответствующие показанным на слайде положению. Из сформулированных задач вытекает структура моей диссертационной работы. В главе 1 представлены результаты моих предварительных исследований в области вероятностных моделей взаимодействия устройств и резервирования ресурсов. Глава 2 посвящена решению задачи анализа характеристик интерференции. Основным ее результатом является модель стохастической геометрии для оценки характеристик интерференции взаимодействия устройств нескольких кластеров. А третья глава посвящена решению сразу двух задач резервирования ресурсов. Первая модель
резервирование ресурсов с трафиком узкополосного интернета вещей NB-IoT. И вторая модель – модель точки доступа высокочастотной сети с прерыванием для анализа блокировок сессий в гетерогенных сетях. На данном слайде представлены методы, которые применялись для построения и анализа математических моделей. В течение последнего десятилетия объем трафика, который передается по беспроводным сетям, значительно увеличился по сравнению с предыдущими годами. Согласно отчету Ericsson, количество подключенных устройств к инфраструктуре современных сетей к 2021 году ожидается достичь значения 28 миллиардов. Значительное увеличение пропускной способности радиоинтерфейсом указывает на начало новой эры доступа в интернет. И многие считают, что современные 4G-системы не смогут справиться с лавиной трафика в ближайшем будущем. Такой стремительный рост нагрузки на телекоммуникационные системы может серьезно повлиять на уровень обслуживания пользователей и также увеличить дефицит ресурсов беспроводной сети. Чтобы улучшить эффективность механизмов управления ресурсами, необходимо разрабатывать новые модели и новые методы эффективности показателей для широкополосных гетерогенных беспроводных сетей. В этих моделях должны учтены быть особенности новых сетей и технологий, описанных в них. Так, для технологии прямого взаимодействия необходимо учесть интерференцию, которая создается при передаче радиосигнала на одной и той же близких частотах. Также необходимо учесть коэффициент сдыхания сигнала, который может быть разным при прохождении через разные материалы стен. Актуальными являются приложения на основе гетерогенного трафика, построенных для нескольких технологий радиодоступа, например, для приложений охранной системы, систем пожарной сигнализации, когда информация о нарушении охраняемого контура или о пожаре, поступившей от сенсоров, должен быть проверен по визуальному каналу от близ расположенных, например, камер видеонаблюдения. И третья особенность, исследуемая в работе, является необходимость прямой видимости между точками, между устройствами при применении технологии миллиметров вейв. Из-за узконаправленности антенн при появлении на линии прямой видимости между устройствами может возникнуть сигнал прерывания, который нужно тоже учесть. Основными вероятностными характеристиками являются вероятность блокировки новой сессии, вероятность прерывания сессии, которая была принята на обслуживании. Эти вероятности необходимо между собой сбалансировать с целью сокращения числа прерываний сигнала между точкой доступа и пользовательским оборудованием. Эти три задачи с учетом таких особенностей решены в диссертационной работе, поэтому тема исследования является актуальной. Переходим к главе 1, где, собственно, сформулированы эти задачи. На слайде представлена иллюстрация взаимодействия беспроводных устройств, расположенных на одном этаже внутри здания, в этих помещениях, в торговом или офисном центре. В этих помещениях, будем их называть кластерами, находится пара взаимодействующих устройств. Одно устройство будем называть приемником RX, другое TX, передатчиком. Будем считать, что для пары приемник-передатчик используется один и тот же частотный диапазон, что создает интерференцию этих сигналов на принимающем приемнике в одном из кластеров. Для упрощения мы рассматриваем случай, когда базовые мощности передатчиков равны между собой. Тогда сил будет вычисляться по формуле 1, где в числителе показана мощность полезного сигнала, которая является функцией от расстояния между целевым приемником и целевым передатчиком. Знаменатель фигуры величина, сигнал, интерферирующий сигнал, который является функцией от расстояния целевого приемника до интерферирующих передатчиков. Здесь необходимо оценить отношение полезного сигнала к интерферирующему на приемнике. Формулировка второй задачи. Здесь представлена математическая модель с трафиком узкополосного интернета вещей NB-IoT при наличии конкурирующего трафика высокоскоростной передачи данных стандарта LTE. Для этой модели сравниваются три возможные стратегии управления ресурсами. Это статическая, динамическая с резервированием. Модель построена в виде системы массового обслуживания с двумя входящими потоками. И третья задача, формулировка третьей задачи. Есть точка доступа, математическая модель с прерыванием для анализа блокировок в гетерогенных сетях.
рассматривается точка доступа высокочастотной сети, которая передает данные на пользовательское оборудование, и наличие прямой видимости может появиться блокиратор и заблокировать сигнал. Наличие или отсутствие прямой видимости моделируется формулой 3. Перехожу к изложению результатов главы 2, где, собственно, решена задача номер 1. Здесь представлены иллюстрации базовой модели взаимодействия устройств в двух смежных кластерах. На верхнем рисунке в геометрических центрах кластеров расположены приемники RX и RX0 и RX1. А передатчики TX0 и TX1 равномерно распределены в пределах соответствующих кластеров. Для такой конфигурации характерно называть эту схему восходящей линией связи, апринт. Для нижнего рисунка, для случая нисходящей линии, в центре геометрических центрах кластера находится передатчик TX0 и TX1. Будем считать, что величины R0 и D1 являются случайными величинами, заданными функциями распределения. Задача является вычисление плотности случайной величины сил. Для базовой модели в двух смежных кластерах базовая модель взаимодействия устройств в двух смежных кластерах обобщена до четырех смежных кластеров, в которых находятся интерферирующие передатчики. Замечу, что аналитическое выражение в замкнутой форме получено только для модели 1, построенной для восходящей линии связи. Для исследования сил, для сценариев модели 2 и тем более модели 3, где с произвольным расположением устройств, прямопередающих устройств, проведено имитационное моделирование. Формулу вычисления сил добавлен поправочный коэффициент, учитывающий ослабление сигнала при прохождении через разные материалы стен. Для модели 1 восходящей линии получена формула для вычисления плотности случайной величины сил в четырех смежных кластерах. Сформулирована формула представлена в утверждении 2.2. Перехожу к результатам численного анализа. На этих графиках представлены плотности распределения случайной величины сил. На левом графике представлены результаты сравнения аналитических и имитационных моделирований. Сделана попытка аппроксимации результата имитационного и аналитического моделирования с помощью нормального и гиперэкспоненциального законов. На правом графике для разных значений коэффициента расслабления сигнала показано поведение мощности принимаемого сигнала сил. Перехожу к задаче 2, к решению задачи 2. Здесь представлена математическая модель с двумя входящими потоками. Для LTI мы рассматриваем входящий пуассоновский поток с экспоненциальным обслуживанием. Трафик NB-IoT является эластичным сходящим пуассоновским потоком. Известно, что при эластичном трафике стационарное распределение невозможно получить в мультипликативном виде. Однако для данной системы ресурсы для обслуживания NB-IoT выделяются диапазонами фиксированного размера. Поэтому для марковского процесса, описывающего функционирование системы над пространством состояния 8, стационарное распределение получено в мультипликативном виде. Зная стационарное распределение вероятности и зная множество блокировок сессий, можно получить исходную вероятность блокировок сессий LDI и NB-IoT, сформулированную в утверждении 3.1. Из утверждения 3.1 выведена формула для вычисления основных наиболее актуальных показателей эффективности. Для определения количества и качественной оценки поведения исследуемой системы рассмотрим результаты численного анализа для предложенных стратегий управления ресурсом. Исходные данные получены на данном слайде. По результатам численного анализа какой можно здесь сделать вывод? Простейшая стратегия статическая очень чувствительна к поступающей нагрузке, значение которой сильно влияет на характер поведения системы. Вторая стратегия динамическая имеет большую пропускную способность, но не дает гарантии требуемой надежности обслуживания. Третья стратегия динамическая с резервированием удовлетворяет требованиям надежности обслуживания при неизменяющем коэффициенте использования ресурсов. Перехожу к решению третьей задачи.
рассматриваться система математической модели с переживанием для анализа блокировок в гетерогенных сетях. Принятая система рассматривает систему массового обслуживания с конечным числом приборов и ограниченным объемом ресурсов R1. Принятая в систему сессия, помимо прибора, занимает некоторый случайный объем ресурса в соответствии с функцией с распределением FRX. В работе считается она дискретной. Для новых сессий доступно R0 ресурсов. Сессия новая принимается в систему, если ей требуется менее R0 ресурсов и в системе достаточно ресурсов для ее обслуживания. Для каждой сессии, принятой в систему, может поступить сигнал прерывания, в результате которого сессия мгновенно требует изменения занимаемого объема. Если этот объем увеличен и ресурсов в системе недостаточно, то сессия будет заблокирована. Таким образом моделируются события блокировки прямой видимости и интенсивность прерывания соответствует частоте появления блокера на линии прямой видимости между точкой доступа и пользовательским оборудованием. Состояние системы описывается марковским процессом с простым состоянием 17. Для центральных состояний представлена на слайде диаграмма интенсивности переходов, ниже выписана система уравнений равновесия. Замечу, инфинициальная матрица получена, имеет блочно-трехдиагональную структуру. Для этой модели получены исковые вероятности блокировки новой сессии и блокировки вероятности прерывания новой сессии, принятой на обслуживание, сформулированы на подтверждении 3.3.3.4. Перехожу к результатам численного анализа. Здесь исходные данные получены путем предварительных вычислений для полосы шириной 400 МГц. Какой вывод можно сделать по результатам, по графикам, представленным графикам? При изменении, играя со значением доли резервированных ресурсов и изменяя значение R0 для новых сессий, можно достичь числа сокращений прерываний сессий и увеличить производительность системы в целом. Перехожу. На данном слайде представлены основные результаты работы. Первый вывод относится к результатам, к задачам из главы 2. Второй, третий пункт соответствует задачам из главы 3, 4 относится ко всем главам диссертационной работы. Доклад окончен, готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Вячеслав Олегович. Какие вопросы имеются к соискателю? Да, пожалуйста, Ирина Андреевна. Лаврина Андреевна, доцент кафедры прикладной математики и теории вероятности ОДР. Вячеслав Олегович, у меня вопрос по численному анализу, который проводили для задачи первой. По слайду номер 12, если не ошибаюсь. Вы сказали, что вы рассматривали законы нормальные и экспоненциальные. Скажите, пожалуйста, почему вы не законы для анализа? Что? В теории Сережа. Спасибо за вопрос. В теории связи и в общих случаях аппроксимация результатов имитационного моделирования принято аппроксимировать с помощью нормального закона. Мы так и сделали, но выводы получились, потому что есть погрешность при применении такой аппроксимации, получились погрешности высокие. Вот. И следовательно, мы стали экспериментальным путем исследовать другие типы распределений. И вот выбрали гиперэкспоненциальное, которое как раз позволяет погрешно достигать как раз не выше 4%. Вот поэтому и такой выбор произошел между нормальным и гиперэкспоненциальным распределением. Спасибо. Спасибо, Ирина Андреевна. Еще вопросы? Так, Сергей Николаевич. Да, у меня такой вопрос. Поясните, пожалуйста, как формируется ресурс в технологии NBAT? Они используют ресурс LTE, да, там базовые каналы LTE. Как делили ресурсы? Исходя от того, что у нас общая ширина канала 5 МГц, есть релиз на 14 по NBAT 3GBP, там говорится, что общий ресурс 5 МГц, если мы берем такой полос, делится на 25
ресурсных блоков. Каждая из них около 200 кГц. И один ресурсный блок, в одном ресурсном блоке мы рассматриваем такие каналы для NBAOT, которые делятся по 45 кГц. Вот как раз по 45, по 15 кГц, по 15 кГц. Да, да. Вот такое распределение. Спасибо. По 15, а на NBOT уделяется один ресурсный блок или может быть несколько блоков? Здесь для NBOT мы выделяем по одному ресурсному блоку, то есть они могут диапазонами, то есть мы считаем, что один ресурсный блок. Это 5 МГц у вас есть, да, вот один ресурсный блок выделяется из 25 или можно 2-3 и так далее? Можно 2 и 3. Спасибо. Эдуард Сергеевич, пожалуйста. Эдуард Сергеевич, как-то у меня вопрос также был по первой задаче, если я правильно помню, слайд номер 10. Да, вот здесь не могли бы пояснить, почему вы принимаете во внимание только внутренние кластеры и не рассматриваете кластеры угловые? Спасибо за вопрос. На самом деле мы исследовали эту позицию, это утверждение, то есть когда у нас сигнал находится в угловых кластерах, оно проходит через две стены. И затухание такое существенное, что оно никак не влияет на мощность интерферирующих сигналов, которые находятся в знаменателе формулы для вычисления сил. И поэтому вклад как раз в этот сигнал, который проходит через две стены, оно несущественное, примерно 0,01%. Поэтому мы пренебрегли этим рассмотрением угловых кластеров. Наша задача. Понятно. Спасибо. Еще вопросы? Вопросов больше нет. В таком случае вы можете присесть. Мы имеем право объявить технический перерыв, но в связи с нашей загруженностью пойдем без перерыва. Слово предоставляется научному руководителю соискателя Самойлову Константину Евгеньевичу. Спасибо, коллеги. Мне сегодня очень приятно выступать. Вот, про Славу. Вот у него прошло 10 лет с момента поступления в университет. И о нем можно сказать следующее. Это вот обычный парень из русского села, из Буранова, из того самого Буранова, который вот пришел сюда, там, да, российского села. Вот он сюда пришел. До бабушек. Да, да, ну, что он родственник личный просто, и поэтому хорошо поверил при этом. Вот, он просто родственник. Но это сейчас не секрет уже. На самом деле за все время пройден большой путь. Он вообще круглый отличник. Он дошел до уровня стипендии правительства президента. И вот сейчас вы можете посмотреть его список публикаций. Там, например, есть две работы, где он первый автор, там есть и другие, где высочайшего класса. Computer Communications магазин, журнал и конференция Globe.com. То есть выше результатов получить в принципе невозможно. Вот. Его лично знает вся кафедра. Это человек, который я лично ему просто лично доверяю. Абсолютно все практически. Все знают, что он никогда не говорит никому «нет». Его знают в Москве, не Буранова, само собой. Он сюда привез свою жену в Москву из Буранова, в Томске, в Ленинграде, в Саратове. Его знают в Финляндии, в Чехии. Где бы он ни был, я не слышал никогда о нем ничего, кроме того, что он может допустить опечатку при в русском языке. Вот и все. Вот. И то это воспринимается как его, на самом деле, вот, как его личность, да. И вот он теперь состоялся, он ассистент уже на кафедре, Слава. При этом он потом встраивается самостоятельно в эти крупные исследовательские коллективы. У нас там много авторов в статьях, так принято в нашей отрасли. И там важно, кто начинает коллектив авторов и кто его заканчивает. В конце начальники стоят, впереди те, кто делал это своими руками, а в середине это братское могило называется. Вот, примерно так. Вот у него есть просто труды, где он первый автор. Да? Ну, не остается только, как говорится, уповать на Господа Бога, что Слава дальше будет с нами работать. Да? Я надеюсь, что он это сделает. Ну, а то, что его работа заслуживает высокой степени, я в этом не сомневаюсь. И
обращаюсь к коллегам эту работу поддержать. Спасибо. Вопросы Константину Евгеньевичу имеются? Нет, спасибо. Слово для оглашения отзывов, полученных на диссертацию и автореферат, предоставляется ученому секретарю Совета Василию Сергею Анатольевичу. На диссертацию Бегишева Вячеслава Олеговича поступил отзыв из ведущей организации Федерального государственного учреждения Федеральный исследовательский центр информатики и управления Российской академии наук ФИЦ и УРАН. Отзыв ведущей организации утвердил Соколов Игорь Анатольевич, директор этого института, и подписал Коновалов Михаил Григорьевич, доктор технических наук, главный научный сотрудник ФИЦУРА. Отзыв положительный, но имеется ряд замечаний. В разделе 1.2 представлены два метода вычисления плотности распределения СИР. Первый метод позволяет получить функцию плотности СИР для восходящей линии связи. Неясно, применим ли это данный метод для нисходящей линии. В разделе 2.3 методом Монте-Карло построена модель для оценки характеристик СИР в прямоугольных кластерах. Из численного примера неясно, проводилось ли моделирование для прямоугольных и квадратных кластеров. Отсутствуют также данные о числе устройств в кластере. В разделе 3.1 утверждение 3.1 на странице 6.9 получены формулы 3.13 3.22 для вычисления вероятности характеристик системы массового обслуживания с резервированием. Отсутствует сведения о том, возможно ли получить эти формулы в замкнутом аналитическом виде. Четвертое замечание. В разделе 3.2 рассмотрена модель точки доступа высокочастотной сети с развертыванием и блокировками. Для численного анализа исходные данные подобраны таким для численного анализа исходные данные подобраны путем предварительных вычислений, а затем означение функций распределения требований запросов на ресурсы одной заявки взятой из таблицы 3.2. В диссертации отсутствует пояснение, каким образом получены данные в таблице 3.2. Пятое замечание. В разделе «Введение» и в части «Объем и структура работы» допущены неточности, которые носят статистический характер. Спасибо. Вячеслав Олегович, отвечу на первое замечание. В докладе прозвучало то, что аналитическое выражение в замкнутой форме получено для восходящей линии. Для нисходящей линии пока, может быть, даже не удастся получить формулу для в виде замкнутой формы. Остальным замечаниям согласен, учту в своей дальнейшей работе. Спасибо. Да. Также поступило 5 отзывов на автореферат. Первый отзыв – это Беннинга Владимира Евгеньевича, доктора физмат-наук, профессора кафедры математической статистики факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени Ломоносова. Отзыв положительный, и имеется замечание, которое носит чисто стилистический и пунктуационный характер. Во втором отзыве Вишневский Владимир Миронович, профессор заведующий лабораторией Института проблем управления имени Пропезникова РАН, академик Международной академии связи. Также отзыв положительный, имеется замечание, что в описании результатов и выводов на странице 17 изложено, что оценка характеристик случайной величины, отношение сигнал-шум, взаимодействующих устройств получено в смежных прямоугольных помещениях. Но утверждение 1 на странице 1, плотность распределения СИР получена в квадратных кластерах. В этой связи в тексте автореферата отсутствует соответствующее пояснение. Это первое было замечание. Второе, подпись при субкуте необходимо уточнить, так как по оси X показана зависимость от доли резервированных ресурсов. Следующий отзыв поступил от Пшеничникова Александра Павловича, профессора заслуженного работника связи Российской Федерации, профессора кафедры связи, сети связи систем коммуникаций Московского государственного университета связи и информатики.
отзыв положительный, два замечания. В разделе 3.1 построена модель в виде двух потоковой системы массового обслуживания, где для передачи блоков данных ресурсы выделяется диапазон фиксированного размера. Но в описании этой модели отсутствуют краткие выводы численного анализа. Например, вероятность блокировки для стратегий резервирования ресурсов в сети. Второе замечание. Для упрощенного марковского процесса XAT на странице 14 отсутствуют условия его применения. Неясно, возможно ли использовать упрощенный процесс для непрерывных случайных величин. Следующий автореферат также положительный. Отзыв на автореферат положительный. Поступил от Александра Ивановича, доктора технических наук, профессора кафедры сетей связи, передачи данных Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. Отзыв положительный, имеется два замечания. В материалах автореферата неясно, почему в качестве модели потока сессии ЛТЕ выбрана модель Пуассоновского потока, а также экспоненциальное распределение времени обслуживания этих заявок. И, соответственно, второе замечание. Автор часто использует термин «интерференция» в смысле помеха, что не характерно для русскоязычной технической литературы. Еще один отзыв на автореферат поступил от Соколова Николая Александровича. Старшего научного сотрудника Санкт-Петербургского филиала Центрального научно-исследовательского института связи, Ленинградского отделения Центрального научно-исследовательского института связи, ЛОЦ-МИИС. С замечаниями следующими. Значит, в утверждении 1 на странице 11 представлена формула плотности распределения случайной величины сет в 4 смежных квадратных кластерах. Неясно выражение 2 и 3. Неясно выражение 2 и 3, что означает компоненты альфа и С. В главе 2 построена модель стохастической геометрии для вычисления характеристик случайной величины сет для устройств, взаимодействующих в квадратных кластерах, но не представлены в кратких выводах результаты численного анализа. Вот. Ну, отзыв тоже положительный. На этом все. Все? Спасибо. Да, ответьте, пожалуйста. Да, замечание, полностью согласен, начнем в своей работе. В таком случае я обязан спросить, согласны ли вы с его ответами на замечания? Спасибо. Теперь переходим к заслушиванию отзывов официальных оппонентов. Слово предоставляется доктору физико-математических наук Моисеевой Светлане Петровне. Добрый день, уважаемые коллеги. Как всегда, очень приятно присутствовать на заседании вашего Верховного Совета, потому что получаешь удовольствие как от прекрасных молодых коллег, которые представляют диссертацию, так и общение с членами Верховного Совета. Всегда очень интересно. Мой отзыв имеет стандартную структуру, поэтому я не буду его зачитывать, по некоторым моментам просто пройдусь. Прежде всего хочу отметить, что в целом только положительное впечатление от самой диссертации и от самой славы. И то, что сказал Константин Евгеньевич о том, что славу знает Томский, подтверждаю. И хочу отдельно передать слова Анатолия Андреевича Назарова, профессора, заведующий кафедрой теории вероятности и математической статистики, который говорит, что в славе сочетается, и в его исследовании сочетается уникальность того, что он грамотно применяет математический аппарат к исследованию реальных технических систем. Он нам каждый раз, даже когда Саша, слава не присутствует, он нам говорит, вот берите пример, соответственно, вот Слава к нам приезжал, вот как надо не только математику, но и технические системы. Ну а теперь по самой диссертации. Я бы здесь выделила 3 научных новизны, 3 новых результата, а именно, соответственно, по сути дела, это по главам пройтись. Ну вот хочу акцентировать внимание, это построена модель стохастической геометрии для оценки распределения случайной величины взаимодействия устройств беспроводной сети, которая, в отличие от зрения известных ранее, учитывает геометрию помещения. И это, наверное, в каком-то смысле моя слабость, статистическая геометрия после теории массового обслуживания. Настолько было интересно прочитать, и результаты получили, вот математики поймут, когда красивые результаты получаются. Вроде как и задача была непростая, а результаты получились настолько красивые, что хотелось взять ручку и что-нибудь еще похожее получить для других случаев. Это на самом деле не так часто случается. Получена вот про эту же новизну, получена аналитическая оценка качества сигнала по критерию среднего значения СИР. Ранее такие исследования, насколько я
посмотрела, проводились только с помощью инновационного моделирования. Значит, далее, предложена аналитическая модель, вот вторую и третью можно объединить научную новизну, для анализа вероятностно-временных характеристик трафика узкополосного интернета вещей сотовой сети при наличии конкурирующего трафика потокового видения и построена модель доступа высокочастотной сети с резервированием ресурсов и блокировками прямой видимости. Здесь хочу акцентировать внимание на то, что при кажущейся простоте модели, которую представлял нам Слава, вроде как, что там такого необычного, простейший входящий поток, вроде как там конечное число приборов, но я уже, возможно, об этом говорила, и что в такие простые модели, если добавить какое-то дополнительное условие, резервирование, либо блокировку, получается, задача, как правило, даже не решается в аналитическом виде, и получение аналитических результатов, ну, наиболее ценно вот в таких моделях, и это Славе, собственно говоря, удалось. Степень обоснованности, это все понятно, достаточно публикаций. По материалам диссертации опубликовано 22 работы, в том числе 2 журнала, включенных в перечень. Авторефера правильно и в достаточной мере отражает содержание диссертационного исследования. В целом работа производит, еще раз повторю, что положительное впечатление, и даже я бы сказала, что можно назвать это самобытностью, когда человек. Вот, очень интересный язык. Прочитала от себя лично, прочитала на одном дыхании диссертацию, вот не как художественную, а вот именно какое-то такое сочетание математического языка и нестандартного, я бы сказала, именно описания математической модели. Как вот мы читаем художественную литературу, нам хочется, ага, что там получится у Славы дальше. Вот именно такое впечатление у меня от вашей работы, Слава. Но, тем не менее, конечно, были замечания по диссертационной работе. Замечания у меня, я бы сказала, 3, и 2 это больше, так скажем, по форме оформления работы. Первое замечание. Оценка интерференции проводится в предположении квадратных кластеров, что позволяет получить компактные очень формулы. Но следовало бы сделать обобщение на случай прямоугольника, что не представляется большим усложнением выкладок, но позволило бы расширить область практических применений. Второе. Диссертация на странице 90 указана, что для проведения численного анализа были определены исходные данные путем предварительных вычислений, при этом неясно, проводился ли численный анализ на основе реальных данных. Третье. Анализ реальных потоков передачи информации в современных сетях показывает, что входящие потоки не всегда соответствуют пуассоновской модели, поэтому следовало было бы обосновать рассмотрение марковских моделей в диссертации. И четвертое, пятое, это по большей части по оформлению, то есть, на мой взгляд, следовало бы резюмировать результаты исследований и указать на опубликованные работы автора. Это иногда облегчает работу оппонента, потому что в диссертации вы все излагаете достаточно кратко, а хотелось бы, ну, так сказать, посмотреть более расширенный результат, как вы это делали, например. Вот. Ну, это просто... И в работе имеются опечатки, стилистические подвижности. В целом считаю, что приведенные замечания никак не влияют на, не снижают научную ценность результата диссертационной работы и не влияют на ее положительную оценку. Считаю, что работа является законченной научно-квалификационной работой, отличается научной новизной, практической значимостью, это несомненно полученных результатов, выполнены на высоком научном уровне. На основании вышесказанного считаю, что диссертация отвечает всем требованиям предъявляемым положением к присуждению ученых степеней, утвержденных постановлением правительства кандидатским диссертациям, автор заслуживает степень кандидата физико-математических наук по специальности 5.15.17. Спасибо, Светлана Петровна. Ответьте на замечание. Прокомментирую замечание номер 2, что численный анализ проводился на основе исходных данных, близких к реальности. Я зачитаю то, что на примере были рассмотрены люди, пользователи, плотность блокираторов составляла лямбда b0,3 человека на квадратный метр, скорость движения блокеров, которые перекрывали сигнал, составляла 3 метра в секунду, среднее время блокировки 36 секунд, тело человека моделировалось в виде цилиндров радиусом 0,3 метра, с высотой 1,7 метра и радиус зоны обслуживания, антенна 32/4, 743,4 метра. Вот что соответствует типичной высоте L3. Остальным замечаниям согласен, что в своей дальнейшей работе. Спасибо. Вы удовлетворены?
Да, ну я, можно по первому замечанию, на самом деле, я позже просто там. Я так поняла, что вы для прямоугольной формы это сделали. Прямоугольные формы сделаны имитационно моделированием. Для прямоугольной формы тоже можно получить, но мы это не исследовали в силу того, что аналитическое выражение будет громоздки, да, и поэтому мы ограничились квадратными кластерами. Спасибо. Слово предоставляется официальному оппоненту Степану Михаилу Сергеевичу. Добрый день, уважаемые коллеги. В первую очередь я хочу поблагодарить Институт Российского университета дружбы народов за возможность снова выступить оппонентом. Здесь, в этих стенах, за столь короткий срок, который прошел с момента моего первого выступления здесь. Что касательно диссертации, после выступления мои коллеги мне особенно уже добавить нечего, кроме того, что работа оставила исключительно положительное впечатление. И я тоже, в свою очередь, хочу отметить, что читается она на одном дыхании. То есть, я думаю, ни для кого не секрет, что для технической литературы зачастую это проблема. Какая-то легкость восприятия, чтобы она читалась как какая-то художественная литература и не было проблем с пониманием того, о чем идет речь. Вот диссертация Вячеслава полностью соответствует всем этим критериям, поэтому здесь я полностью согласен. Что касается самого диссертанта, моего общения с ним, моего впечатления о нем, так совпало, что когда мне поступило предложение оппонировать эту диссертацию, у нас в МТУСИ как раз начались различные процессы по разработке новых курсов, которые будут читаться уже в ближайшем будущем, в том числе курсов по интернету вещей, по его основам, по архитектуре, протоколам. И эти курсы буду читать я, соответственно, как бы курсы готовлю я. И изучая диссертацию Вячеслава, общаясь с ним по каким-то вопросам, связанным с тем, что рассматривается диссертация, я для себя прояснил некоторые технические моменты, которые были мне до этого неясны. Поэтому я хочу сказать вам спасибо, пользуясь случаем, за это, и, возможно, извиниться, если я чересчур сильно эксплуатировал в какие-то моменты относительно этих вопросов. Соответственно, по замечаниям, есть ряд замечаний, не очень серьезных для меня, замечание первое. Следует с большей подробностью определить понятие сессии связи, в частности, технические характеристики, диапазон изменения скорости передачи информации, длительность и частоту появления сессии, процессе организации сеанса связи и так далее. Следовало бы провести описание методационных программ, которые были использованы для оценки эффективности предложенных диссертаций методов. Целесообразным было бы более детально обосновать выбор значений входных параметров, использованных для проведения расчетов. Имеет смысл в конце каждой главы добавить дополнительный раздел «Выводы», посвященный краткому изложению основных результатов данной главы. И ряд замечаний редакционного характера. Однако приведенные замечания не снижают научную ценность результата диссертационной работы, не влияют на ее положительную оценку, поэтому я считаю, что диссертация Бегишева Вячеслава Олеговича удовлетворяет положение присуждения ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-17. Спасибо, Михаил Сергеевич. Ответьте на замечание. Комитет замечаний 2. Вот сессии связи у нас подразумевается по ценовой передаче данных от сенсора до базовой станции. Сессия в теориях массового обслуживания соответствует заявке. С остальными замечаниями согласен, учту свои дальнейшие вопросы. Спасибо. 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 Теперь переходим к дискуссии. Кто хочет выступить по заслуженной диссертации? Да, так, ну я тоже хочу присоединиться к оппоненту, к своей работе, и сказать, что вот она, конечно, эта работа на высшей степени кандидат физмат-наук, но вот, как Светлана Петровна отметила, эти диссертации, они как бы невозможны без хорошей технической постановки. Техническая постановка, она связана, вот для меня было интересно, это вот процесс совместного обслуживания трафика LTE и трафика NB-RT, устройств на общем ресурсе. Эта задача, она сводится к тому, что надо
Значит, если пускать этот трафик на совместное обслуживание, они начинают мешать друг другу, потому что, скажем, трафик LTE, вот это может быть видеотрафик, он занимает много ресурсов, NB-RT – это маленький ресурс, если когда они совместно выходят на общий ресурс, мелкий трафик вытесняет, скажем, крупный трафик, да, тяжелый. И надо как-то принимать какие-то меры. Вот эти меры в самом стандарте, эта процедура называется network slicing. Просто ресурс делится жестко между двумя частями, там используется узкополосный трафик, тут широкополосный трафик. Но вот это приводит к чему? К неэффективному использованию ресурсов. Потому что ну, когда мы ресурс делим, то есть надо наоборот объединять, а трафик выпускать на общий ресурс, а не разъединять его. И тут мы добиваемся того, что мы даем гарантированный качество службы. Вот как выйти из этого положения, это надо резервировать ресурс в пользу вот, широкополосного трафика. И вот эту задачу он, так сказать, решил. Правильно, построил модель, провел исследование, показал всю квалификацию, которую требуется показать, если искать длительные степени. Ну да, возьму одного. Но вот обычно, когда где-то там что-то диссертацию читаю, крайне редко бывает, что вот этой диссертации что-то прищеркнешь для себя. И вот в данном случае это мне получилось. Я вот статью, я раньше диссертации, мне попала вот эта статья. Не от самой Беревса, а от Сергея Андреева, которого я буду стать оппонентом месяц назад. На защите Беревской диссертации. Он работает в РУДН. Он работает, да, в РУДН, и он является, Беревсов там первый автор, Андреев там следующий, но статью он мне именно дал. И там вот довольно подробно рассказывал о том, как вот этот ресурс делится, как формируются заявки, сессии. Было написано очень ясным, грамотным языком. Вот когда технарь пишет, он пишет на своем птичьем языке, который мало понятен кому-то, кроме него. А вот математик, он может писать грамотно, тем более, если он не специалист в этой области, он может написать так, чтобы это было понятно всем. Вот я это прочитал, и мне как-то все это понравилось. Там, поскольку механизмы резервирования можно разные использовать, кроме того механизма, который использует Вячеслав, там есть и другие схемы. Их тоже можно ввести в эту конструкцию, можно вообще входные потоки. То есть, в целом, получился ряд задач, которые я там раздал своим студентам, они сейчас успешно развивают идеи, положенные в этой диссертации. Но это еще один из плюсов работы. Так что я буду голосовать за и призываю всех поступить так. Спасибо, Сергей Николаевич. Еще есть желающие выступить в дискуссии? Да, Юлия Васильевна, прошу вас. Профессор кафедры исполненной информатики теории вероятности. Все три задачи, которые показывал нам Вячеслав сегодня, лежат в рамках исследований кафедры. Они традиционно решались в школе научных исследований кафедры под руководством профессора Башарина, а теперь под руководством профессора Самойлова. Первая задача по применению стохастической геометрии к анализу интерференции в прямоугольных кластерах является развитием задачи, которую решал мой ученик Андрей Самойлов, для круглых кластеров, для случая круглых кластеров. Здесь особенностью, которую исследовал Вячеслав, является то, что мы принимаем во внимание, он принимает во внимание материал, из которого изготовлены межкомнатные или межуровневые перегородки в офисном центре или в торговом центре. Вторая задача, эта задача актуальна в современных сетях с трафиком межмашинного взаимодействия. Здесь идет комбинация нескольких типов трафика, двух типов трафика. Это характерно для современных сетей, которые являются гетерогенными сетями. Трафик от сенсоров небольшого размера пакеты идут с ограниченной частотой, но очень много таких источников этих пакетов. А второй тип трафика – это видеоданные, мультимедийные данные, это тяжелый трафик, большие пакеты, которые идут от небольшого числа видеокамер. И вот когда мы подбираем математическую модель для анализа такой комбинации, вот Вячеславу удалось найти модель, которая допускает не просто аналитическое решение, а еще и решение в мультипликативном виде, что очень важно для вычислений. И, наконец, третья задача, она наиболее актуальна. Это вообще самая современная система, это сети пятого поколения, технология New Radio. Она основана на миллиметровых волнах. Этот стандарт был принят в июне прошлого года. И первые сети будут реализованы только летом 2019 года, не у нас, в Корее. Здесь особенностью является то, что миллиметровые волны передаются в очень узком луче, узкой направленности антенны. И поэтому, если появляется препятствие в зоне, на линии прямой видимости между передатчиком и приемником,
то это приводит как раз к тем самым прерываниям, о которых нам говорил Вячеслав. И здесь уровень сигнала падает на 15-20 дБ, и нужно выделять дополнительный ресурс для того, чтобы соединение, для того, чтобы поддерживать то же самое соединение. Вот эту особенность Вячеслав учел в своей работе. Эти результаты вошли в работу по проектам, исполнителем по которым является Слава. Он исполнитель по нескольким проектам Российского фонда фундаментальных исследований, и он в эти проекты был включен, начиная со студенческих лет, потому что он всегда, вот Константин Ильич правильно сказал, был отличником, и он всегда проявлял интерес к научной работе. Его очень ценят, высоко ценят наши коллеги в Технологическом университете города Тампере. Те статьи, которые мы видим в журналах первых кварталей, они в соавторстве с коллегами оттуда. И технические постановки приходят оттуда. И более того, я скажу, что сейчас на рецензировании Вячеслава лежат две статьи в журналах первой кварталей. И не по той тематике, которую он нам здесь показывал. Это новая тематика, это тематика дронов, это тематика, где исследуется плотность точек доступа миллиметрового диапазона. То есть самые современные, самые свежие задачи. Поэтому недаром Вячеслав, отвечая на вопросы, говорил, учту это в дальнейшей работе. Я уверена, что дальнейшая работа будет, за ней последуют новые результаты. И я этого желаю Вячеславу и всему нашему научному коллективу. Конечно, я поддерживаю работу и считаю, что он достоин. Спасибо. Спасибо, Ира Васильевна. Еще кто-то желает выступить? Да, пожалуйста. Виктор Владимир Васильевич, тоже профессор кафедры. Я хочу немножко отступить от основного течения советы и говорить не столько о диссертации, сколько о славе. Я приятно удивлен сегодняшней защитой, потому что до сегодняшнего дня я был убежден, что Слава работал где-то инженером по настройке, организации, оборудования, вычислительных центров. И несколько раз приходилось к нему обратиться с просьбой, то компьютер основной испортился, не работает, то мой персональный, с которым я туда прихожу, что-то делает, не работает. И, значит, как волшебник, он в течение 5-10 минут восстанавливал компьютер лично, компьютер здесь, в университете. Поэтому я уверен, что на самом деле он специалист, математик, я плохую диссертацию написал, и нам не представил. Ну, я не знаю, может быть, было бы хорошо, еще лучше, если бы он был начальником вычислительного центра, организовывал бы работу так, чтобы наши компьютеры работали. Потому что приходится часто, ну, таким хитрым образом обращаться, чтобы то основной компьютер починить, то чтобы собственный заработал и так далее. Поэтому я вижу в нем очень отзывчивого, интересного, приятного сотрудника, который может всегда помочь, несмотря на то, что у него там своих забот и проблем навалом, ну, и как я вижу, он успешно может работать. Хочу пожелать вам успеха. Призываю, конечно, поддержать. Ну и заранее поздравляю вашу защиту. Спасибо. Спасибо. Есть ли еще желающие выступить? Если нет, то на этом дискуссию завершаем. И соискателю предоставляется заключительное слово. Я благодарю глубоко уважаемого председателя Леонида Анатольевича, ученого секретаря Сергея Анатольевича, членов диссертационного совета, оппонентов Светлану Петровну, Михаила Сергеевича за внимание, за подробное обсуждение работы, за плодотворную дискуссию. Я обязательно учту ваши замечания в моей дальнейшей работе. Особую благодарность хочу выразить моему замечательному научному руководителю, профессору Константину Ильичу Самойлову, который меня успешно ведет руководительными исследованиями, начиная со студенческой скамейки. Особую благодарность хочу выразить Вере Васильевне, которая заботилась на этапах моей защиты, подготовки к этой защите. Большую благодарность хочу выразить научно-исследовательскому коллективу из Технологического университета города Тампере, Финляндия,
с которыми мы плотно сейчас ведем исследования, это Дмитрию Александровичу Молчанову, Андрею Константиновичу Самойлову, он здесь сидит на защите моей. Вот, большое спасибо им. Хочу поблагодарить Эдуарда Сергеевича Сопина за ценную помощь в исследовании раздела 3.2 диссертации. Большое спасибо хочу сказать Дмитрию Сергеевичу Кулябову, Анне Васильевне Корольковой за помощь в организации своевременной подготовки документов к защите. Всем спасибо всем коллегам кафедры, аспирантам, студентам, которые пришли на мою поддержку. Также завершаю слова благодарности моим родителям, Галине Викторовне и Олегу Николаевичу, и моей жене Светлане Александровне за правильную любовь, которую привили нас к той защите, которая вот сейчас осуществилась. Всем спасибо. Спасибо, Вячеслав. Теперь для проведения тайного голосования предлагается избрать счетную комиссию в составе профессор Ланеев, профессор Степанов, профессор Цыпович. Если нет самоотводов, то прошу голосовать. Кто за? Спасибо. Против? Нет. Воздержавшиеся? Тоже нет. Объявляется, ну, не столько перерыв, сколько перерыв для проведения. Соответственно, что мы считаем соответствующим.
процентов естественно. И так я могу Ты вот ее специально порезал внутри какими-то размерами. И теперь начинаешь гладко сшивать. Вот ценностью работы является просто применение многих конечных элементов. И, собственно, это правильный вопрос, что и главное. Это сделано с хорошей аппроксимационной системой, функцией, обучением и многомерной службы. Не на три, а все отлично, кроме глупости применения. Понимаю. Дело в том, что туда нужно замечать хорошо. Модель Томаса Шлема или Круга, давайте посчитаем с кем-то результат. Конечно, есть еще размерные задачи 100. 100 факториал, 7 триллионов. Мы будем считать это на морковке на загаре. Тебе большое спасибо, Сережа, за поддержку, как всегда. С интересом слушал. Мне вот еще выяснили, я же ваши дела-то. Нет, я понимаю, об этом я про это говорю. Да, вторичное дело. Но математически это момент интересный для аналитика. Я начинаю грамотно вечномерный объект на бесконечное число симплексов многомерных. И моделируемая дифференцируемая аппроксимация решения, как будет выглядеть там множество мерных. То есть туда, если я вот уйду в набор актуальной бесконечности, ну, нет, понятно, понятно. Да. Будем жить дальше. Поехал, что ли? Нет, ты остаешься очень хорошо. А, да. Давай, показывай. Вот она очень рукой. Ну, там две степени минуса, что ли? Какой? Я не знаю, куда она очень рукой. Ну, давайте, давай. Корень. Всегда истинно. Потому что логика смотрит в корень. Х, конечно, не знаю. Спасибо. Один раз. Да. Ты прибыль.
Так надо, позвонить. Можно, да, можно, особенности. А можно на аутокарму обратиться к игру, можно? Константин Евгеньевич, я вас очень прошу. Слово предоставляется председателю счетной комиссии Ланееву Евгению Борисовичу. Решить огласить результат подсчета голосов счетной комиссии по диссертации Дмитрия Владислава Алексеевича на соцсетном учебном степени кандидат физико-математических наук. Состав диссертационного совета группы 21 человека, единый дополнительный на заседании присутствовали 16 членов совета, роздано бюллетени 16, не роздано 5, оказалось полный 16. Результаты голосования за 16, против нет, недействительных бюллетеней нет, подписи членов комиссии. Спасибо, Евгений Борисович. Кто за утверждение протокола счетной комиссии, прошу голосовать за. Спасибо. Против нет. Воздержавшихся тоже нет. Спасибо. Протокол счетной комиссии утверждается единогласно. Нам надо принять заключение по рассмотренной диссертации. Вероятно, вы внимательно прочли проект заключения, и у вас есть какие-то замечания, дополнения, изменения. Прошу вас. Да, Евгений Борисович, очень вас удивительно, постоянство. Просто невозможно. На авторе, шестая страница. На авторе Сират поступило 5 положительных, не содержащих критических замечаний, отзыв, жирный шрифт. А потом идут замечания. Ну это же естественно. Спасибо большое. Спасибо. Из диссертации в диссертацию. Это все вот. Я понимаю, это моя вина. Да, Иван Иванович, прошу вас. Смотрите, в предыдущем отзыве докторском у автора было 5 важных работ, а у кандидата наук 7 важнейших работ. Присвоить ему степень доктора. Вы запомните, Иван Иванович, историю, почему кандидатские диссертации лучше докторских? Нет, это я думаю, интересно. Что нам надо привести это в соответствие и оставить 4 штуки. Господин Самойлов, как ты смотришь на такое предложение? Прослушал, сократить число работ, Иван Иванович. Значит, тут перечислены все ваковские публикации. Да. Вот. А нам нужно перечислять только основные. Их достаточно 3-4 штук. Там есть особенности. Дело в том, что сейчас трактовка ваковской публикации, насколько я знаю, сидя в ВАКе, да, очень странная. Например, можно ли считать работы с глаукома ваковскими, которые чисто в скопусе находятся. Формально говоря, из списка-то всего 2 работы попали в журнал ВАК. Тихому еще 1. А все остальные занимают вот эту промежуточную позицию. Да, номерные ваковские. Да, номерные ваковские, их тут всего 2. Остальные все входят в перечень международных изданий. Ну, так они же тоже считаются. Нет, сейчас формально не так. Если можно, я скажу, там ведь очень много вообще публикаций. Сколько? 20, 30, 40? Нет, там много публикаций. Поэтому 7 из них это... Формально, я вам говорю, там 2 публикации. Нет, вопрос, это все из-за тебя. Иван Иванович сравнивает с предыдущей диссертацией. Более того, мы специально последнюю публикацию на русском языке быстренько делали. Потому что была бы 1 публикация, а не 2. Итак, к какому мнению пришли 2? Голосовать. Я не знаю, как скажет Иван Иванович. Иван Иванович, позволите оставить так, как считает нужным. Там да. Рассказано не ваковские, а основные публикации по теме диссертации. Да. 7. Если основные публикации, нет,
Пусть будет так. Иван Иванович, наступите на гобу собственной песни. Нет, ну давайте. Прошу вас. Почему? Можно добавить из них две из перечня лак. Это не заключение? Какую формулировку? Это про, я говорю про заключение сами. Я про заключение спрашиваю. Нет, просто странно, что под отпуск у нас было 5, 4. А тут стало 7. Ну, я думаю, что они на разные экспертные комиссии попадут. Все очень просто. Да, разные, к разным экспертам. Разные этапы, действительно. Иван Иванович, я вас прошу не настаивать. Ну ладно. Спасибо. Это совет. Как я могу настаивать? Вы сказали мне. Тем не менее. Можно оставить как есть. Еще есть. К тому же, как и в предыдущем, замечание ведущей организации и оппонентов проигнорировал. Замечательно. Спасибо. Вставили. Спасибо. Они же у нас есть. Такая. Да, безусловно. Еще замечания, возражения. Если больше нету, то кто за то, чтобы принять текст, исправленный заключение диссертационного совета? Кто за? Спасибо. Кто против? Нет. Воздержавшиеся? Тоже нет. Спасибо. Принято единогласно. Таким образом, диссертационный совет установил, что диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, представленная Бегишевым Вячеславом Олеговичем, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение важной научной проблемы, разработки вероятностных моделей, резервирования ресурсов и анализ показателей эффективности беспроводных сетей с трафиком взаимодействия устройств. Работа отвечает всем требованиям, предъявляемым в акт кандидатским диссертациям по специальности 05-13-17. Теоретические основы информатики. На основании тайного голосования Бегишеву Вячеславу Олеговичу присуждается ученая степень кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-17. Теоретические основы информатики. Имеются ли у присутствующих замечания по ведению совета? Если нет, то разрешите поздравить Вячеслава Олеговича с успешной защитой. Заседание исчерпано, но вероятно...